качественная колоноскопия основывается на трех китах. Это хорошая аппаратура, качественная, это прекрасная подготовка пациента, и третий тип – это врач, то есть его знания, его умения, знание того, что нужно увидеть и что с ним делать. А вот последним двум этим, так сказать, китам, да, и посвящен этот замечательный образовательный проект, благодаря которому мы сможем значительно улучшить качество нашей деятельности. От имени Министерства здравоохранения нашего края хочу поздравить всех с, я считаю, это праздник, кроме того, что это учеба, это праздник, с этим праздником, поблагодарить участников и организаторов этого замечательного образовательного проекта и пожелать успешной работы. Спасибо большое. Спасибо. Доброе утро. Вот, уважаемые коллеги, нам, конечно, очень приятно видеть, что на наш призыв откликнулось такое большое количество специалистов. Погода способствовала, по крайней мере, в городе Краснодар, тому, чтобы все приехали к нам. Мы вас всех рады видеть. Я думаю, что сегодня все получится, все будет замечательно. Успешной нам работы. Спасибо. Первый доклад докладывает Залина Викторовна Галкова, доцент кафедры гастроэнтерологии.